В последнее время очень часто происходит так, что мануальные терапевты как бы начинают работать без снимков, что я считаю большой риск для работы с позвоночником, потому что очень много дефектов, аномалий развития, и поэтому, естественно, пациент должен быть обследован. Золотой стандарт у нас – это магниторезонансная томография, поэтому пациент должен обязательно проходить МРТ именно того сегмента, где та или иная проблема. Все могут быть и противопоказания к мануальной терапии. А наша самая главная заповедь – это не навредить. Чтобы записаться на прием к врачу-неврологу, мануальному терапевту, нажмите, пожалуйста, эту кнопку. Подпишитесь на канал сети медицинских клиник «Здоровье», чтобы регулярно получать полезную информацию, как сохранить здоровье вам и вашей семье. Или выберите следующее видео для просмотра.